В рамках проекта «Новая школа» первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина проверила ремонт столовой в Звенигородской школе номер 2. Реконструкция пищеблока должна была начаться еще летом, но из-за ряда обстоятельств ее провели осенью. Также депутат осмотрела спортивный зал. Вместе с директором школы Лариса Евгеньевна обсудила дальнейшие планы по ремонту и приобретению школьного оборудования.